Ты смеешь перечить мне? Конечно. Покажи ему, Фрэнк. Эй, погоди-ка. Ты хочешь, чтобы я сразился с ним? Да он убьет меня. Ну, говорят, что журналисты — умирающий вид. Ну что же, ребята, как вы видите, мы играем за Железного Человека и за Фрэнка против Таноса. Давайте устроим ему показательный, так сказать, бой. Ух ты, разбушевался паренек не на шутку. Ну что ж, пускай покажет, на что он способен. Ну, я прекрасно знаю, что он довольно сильный, но мы тоже не лыком шиты. Давайте-ка. Вот так, отлично, получи-ка, Танос. Ну, как обычно, это даже не обсуждается, что он на мои суперудары будет становиться в блок. Хе-хе-хе. Да, удары у него довольно жесткие. Что вот это нам дает, Инфинити? А, тайм. Что значит тайм? Ускоряет меня или что? Ну-ка, выкуси. Оу, повезло. На-ка. Черт, мы промазали. Давай, иди сюда. О, смотрите-ка. Ну, подойди под этот удар. Да что ж ты... Да елки-палки. А не пора ли нам вызывать Фрэнка, а? Ребята, потому что хп-то маловато у нас. И я думаю, что он бы здесь был бы в самую пору. Представляете? Я нажимаю на выбор Фрэнка, а он у меня почему-то не вызывается. В чем проблема? Непонятно. Да ладно, Танос, успокойся. Мы же друзья вроде как были до недавнего времени. Но, видите ли, ему не понравилось оскорбление от Железного Человека, обозав его пешкой. И он тут взбесился на нас. Черт подери, все, Железный Человек, по-моему, мы сейчас пойдем с тобой на покой. Я надеюсь, Фрэнк у нас автоматом выйдет. Ну-ка, глянем. Да, Фрэнк вышел у нас автоматически, поэтому... Ёлки-палки, сразу отгребает прекрасных тумаков. Фрэнк, давай свой суперудар, где... А, у нас нет его. Нету, к сожалению. Вот это я попал. Под раздачу. Ну-ка, вспышку сделай. Сфотографируй его. Не хочет он ничего делать. Он вантусами да швабрами всякими готов тут драться. Но только ничего не делает для того, чтобы выиграть. Ну. Давай, осталось немножко. Так, Инфинити это... Есть. Чем ты там его огрел? Топором. Малорик, Фрэнк, не подвел все-таки меня. Не может быть, мы его уделали. Даже не верится, что у него все вышло. Я знал, что у тебя получится, приятель. Мы победили. Камни бесконечности не подвели, как я и ожидал. Но нам пора прощаться. Ух ты, будет жарко. Ну что опять, ё-моё. Опять бессильные стоят тут на коленях. Ой! Как консервную банку выкинул. И сейчас еще камень заберет, скорее всего. Конечно, как же без этого. Оу, смотрите-ка, он все увидел. Но почему? Старк! Правду говорят, любовь зла. Действительно. И вы все разделите мою боль. Что ж, придется нам, видать, опять против него драться. Но я, в принципе, готов. Я разочарован, отец. Какое-то слишком обыденное предательство. Но вы все равно доверили мне, дочь. О, я не понял, а почему это я играю за Таноса? Странно как-то, ребята, это все. Рю, я тебе сейчас покажу, Рю. И сюда. Вот так вот. Полежи маленько, отдохни, подумай над своим поведением, Рю. Так, хорошо. Так, ну давай, завязывай. Ну иди сюда, Гамора. Будешь от меня получать. Будешь получать тумаков от папы. Ух ты! Вот это замечательный удар. Рю, тут ничего не скажешь. Блокин, да. Арюкин, я тебе сейчас дам, Арюкин. Гаморушка родная, иди к папочке. Папа тебя пожалеет. Да, кстати, Гамора довольно сильный персонаж. Очень у нее мощные критические удары.
Да как же вы так быстро обмениваетесь, а? А я причем один. Не могу поменяться. Значит, получается, я сейчас буду один против двоих тут расколбашиваться. Ёлки-палки. Уж больно быстро они меняются. Причем у Гамора еще очень много хп. Но меня обручает то, что у меня медленно тратятся жизни. И я не должен подвести. Ну что? Нет, еще не закончили мы с ним. Вот, черт. Выбежал он из захвата моего. Выкуси. И я просто посмотрел в его душу. И он погиб. Ну что, Гаморушка, давай, родная. Остались только ты и я. О, воу-воу. Потише, потише, доча. Мы так не договаривались. Давайте-ка мы все-таки проучим нашу непослушную дочуру. Пускай знает, как уважать отца. Тем более, извините меня, Титана. Ну-ка. Ух ты, блокировала все-таки она. Ну, я так ожидаю, что победа будет за нами. Давайте еще ударчик прямиком ей сделаем. И думаю, на этом будет разговор закончен у нас. Да как бы не так. На-ка. А, сбежала. Все. Ну, как ожидалось, Танос одержал здесь победу. Лежат, отдыхают. Что это он там делает? Какую-то перчатку? Ну что ты, Рю? Ваше устройство готово. Мое тоже. Технологии Абель-Сити не прекращают удивлять. Ух ты! Как он ему прессачок-то пробил? О, да он забирает силу. Рю! Сацуи Нохадо. Сила тьмы из другого мира. Ты недостоин этого дара. А теперь я вынужден вас покинуть. Я не позволю тебе уйти с камнем. Ты и так забрал слишком многое. А вам больше и предложить нечего. Держи. Этот хрусталик мне больше не нужен. Я уже получил все, что хотел. Если мы еще раз встретимся, я убью тебя. Попробуй. Странно. Странно очень, куда это он? Давайте не будем никому об этом рассказывать, хорошо? Рю. Я в порядке. В голове ясно. Я чувствую покой. И почему у меня от этого плохое предчувствие? Старк, нужно идти. Ребята, мы опаздываем. Ну же, пора показать себя. Это куда это мы собрались-то, а? Скажите, зачем вы сюда явились? Возможно, хотели отвлечь меня, пока ваш союзник Данте добывает камень души в царстве тьмы. Вы полагали, что мы не знаем об этом? Надеялись, что он появится в последний момент и спасет вас? Боимся, придется вас разочаровать. Ваш друг уже здесь. И? Только не говори, что ты перешел на его сторону, а? Данте. А камень души наш. Ну, здорово просто. Простите, ребята. Ждали меня? Ты предал нас. Я это переживу.
А вот вы — нет. Герои, мы восхищаемся силой вашего духа. И теперь, с помощью камня души, мы его отберем. Оу! Что это с чудиком? Не понял. Что происходит? Лишь благородные души достаточно сильны, чтобы управлять мощью камня души. А у тебя нет души, и ты не можешь использовать силу камня. О, вот оно в чем проблема. Отошел бы ты на пару шагов. Че, все что ли? Данте, куда это ты собрался? Мы еще не отплатили тебе за услугу. Данте. Йоу, Коломане. Нас не уничтожить. Мы совершенные. Мы Альтрон Омега. Паучок, камень. Он мой. Оу. Вот это развязочка. Тор, уничтожь их. Слушай, это же камень души. Тор. Я не твоя марионетка, Альтрон Омега. Ты лишил меня воли, силы. Но души моей ты не получишь. Вот так вот. Замечательно. Ого. Неужели мы будем сейчас вот с этой махиной воевать? Альтрон Омега, ты заплатишь за то зло, что причинил моему народу. Добро, зло. К нам эти ограниченные понятия неприменимы. Да? А как насчет этого? Одолейте Альтрон Омегу до того, как Данте умрет. В бою вы можете нажать РС, чтобы сменить камень бесконечности. Слушайте, ну только не X. Блин, я не люблю им играть, он какой-то неповоротливый. И дрите его на корень. Дайте мне лучше этого, Тора. Дайте Тора, говорю. Почему я не могу переключиться на него? Так, тихо, какие-то тут... Ой, мне нужно успеть, пока Данте не погиб. А где он? А, вон, вижу, ХП Данте. Да это бесполезно, я его убью, практически ничего не отнимаю. Хорош. Оу, тьё. Вот это он мне прожарил. Да ну, Икс, это все бесполезно. Какие-то у тебя удары хлипкие. Вообще никчемные. Что такое? Что случилось? Не понял маленько. Оу, Данте освободился. Так, железный человек. Посылка специально для Альтрона Сиг... Ой, да ты подрос? Да. Икс, готов? Готов к чему? И почему именно Икс? Что ты там собрался делать? Оу! Все, ребята, теперь я понял, почему именно Икс. Вы только и делаете, что мешаете. Поехали! Все прикрывайте Икса! А Икс будет, наверное, стрелять, да? В этом бою, понятно, камни будем менять. Ладно, я не знаю, правда, толку от этих камней. Сюда! Выкуси, хотел сказать, не тут-то было, сбили. Данте, давай, не подведи меня. Я знаю, что ты ловкий, шустрый. Да ну что ж ты. Ух ты. Тут надо очень часто вставать в блок. Хе-хе-хе. А чё я радуюсь-то? Я никуда не могу выйти. Ёлки-палки, надо стоять в блоке, пока этот куб энергетически действует. Все, кончился он. Ну-ка, давай поговорим. Альтрон Омега. Ага, поджарим. Он встает в блокировку. Можно ее как-то пробить или нет? Оу, что такое?
Эй, родной ты мой, ты что? В отключке? Хорошо, это только на руку мне. Ну, смотрите-ка, здесь уже как-то поживее у нас происходит бой. А это еще что? Ага, он ботов своих вызвал, ладно. Давайте-ка их завалим. Ну что, все, отдохнули? Нет. А вот теперь готовы. Продолжаем бой. Поджарка. Да, успокойся. Давай, капитан Марвел. Дадим ему жару. Опять он в блокировку все. Надо пробить ее как-то. Смотрите, мы вдвоем бьем и хоть бы что. Не пробить. В этот раз не получилось почему-то. Но зато чутка поджарили. Да сколько у него всяких тут прибамбасов, блин, а? И когти, и лапы. И сам он стреляется. И отталкивает, блин, а? Давайте, давайте, давайте. Немножко сконцентрируемся. Получи в пачу. Смотрите-ка, в лоб встал. Опять он укрылся. Но почему я не могу пробить-то его блокировку? Вот это мне интересно. Что ты радуешься-то? Что ты радуешься? Так. Что это такое? Да ладно. Ничего себе у него. Ёкаламаны. Да чё у него только нету? Да заколебал он уже на самом деле. Все? Конечно. Все. Ну-ка. У меня еще один заряд есть, если что. Да вставай ты в блок уже, а. Все, осталось совсем маленько, ребят. Лишь бы он что-нибудь не вычудил. Опять ты встал в блокировку. Ну что ж такое-то? По крайней мере, одно радует, что он не восстанавливает себе ХП. Хотя он может применять камни душ. Что такое? Что он делает? Ага, понятно. Даже... Так, так, так. А, чуть-чуть. По-моему, Данте, мы с тобой отыграли. Давай, 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 давай. Пробивай его. Давай, давай. Да совсем чуть-чуть осталось. Ну, ожидаемо, в принципе, да? Что же, у нас у капитана Марвел еще немножко есть. Как говорится, баланс жизненный. Надеюсь, нам этого хватит. Зажарим. Ну, раскрылся, да? Черт подери. Ну, Данте, не подведи. Ребят, я вам скажу, довольно такой мощный чувачок этот Альтрон Омега, но тем не менее победа за нами. Попал он под огненный разряд у меня и спекся. Отдайте камни Иксу. А разве у нас все камни? Опа-на, по ячеечкам. Расставились. Отлично. Назовем этого красавца бластером бесконечности. Порви его, парень. Оу-оу-оу-оу, Икс. Ты не... перенапрягешься с этой пушечкой-то? Герои, дайте мне вашу силу. Я перенаправлю ее ему. Ну вот это уже другой разговор. А то парнишку аж бедного там коротит. Ё-моё. Все, окреп, Икс. Получи, как говорится, да?
где оружие-то? Икс, ты в порядке? Альтрон, Сигма. Уничтожен. Оу. Да неужели у нас финал? Все кончено. Да, думаю, ты прав. С возвращением, Тор. Спасибо, друг. Еще раз назовешь меня железным человеком, и я тебе все конечности переломаю. Вспомнил, вспомнил. Где Танос? Сбежал. Джеда? Я убедил его, что он был неправ. Ты здорово рисковал, отдав камень души Альтрону Сигме. Неа. Так, что, черт подери, произошло? Мы победили. Ага, это я понял. Ну разве после уничтожения Альтрона Сигма миры не должны прийти обратно в норму? Точно, время повернется вспять, вселенная разделится, мертвые живут и все такое прочее. Эта вселенная была создана с помощью камней космоса и реальности. Только их сила способна вернуть все на круги своя. Но камень реальности поврежден. Тогда, похоже, нам придется друг друга терпеть. Ракета. Оу. Ракета? Что? Я просто хотел взять, ну, это самое, на хранение. Камни слишком опасны, чтобы их забрал кто-то один. Значит, мы должны разделить это бремя между героями всех измерений. Нужно избрать шестерых стражей камней. Двоих с земли, двоих из Иксгарда и двоих из царства тьмы. Молюсь, чтобы нам никогда больше не пришлось использовать их силу. Но если иного выхода не представится, мы будем готовы. Итак, что дальше? Восстановим мир, отдадим дань павшим. Как? Защищая наш новый мир вместе. Вот такой, ребята, у нас получился финал этой игры. Или же нет? Да, да, ребята, прошли мы с вами основную сюжетную линию. Capcom против Marvel Infinity. Игра была замечательная, хорошая. Больше мы ее касаться не будем. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых следующих видосиках. Давайте это пропустим все. И посмотрим, что нам здесь напишут. Оу! Есть и другой путь. Ты пришел за прощением, любовь моя? За возмездием. Танос, нет силы, которая могла бы навредить мне. В твоей вселенной, да. Сацуи но Хадо, подвластные боги и демоны, и смерть. Вот так вот. Танос решил отомстить. Сейчас узнаем. Ну что же, всем пока, ребята, и до скорых встреч.